Доброго времени суток, друзья. С вами Аив. Это у нас Десит, психбольница. И мы зараженные. Так, выберите форму ужаса. Так, Кити. Так, и Света. Но двигайтесь медленно. Нет, нет, нет. Мы с вами эксперимент. Да, гей. Да, значит, я гей. Так. Чё, блядь, и этот долбоёб не дошёл драка, а ты уже, сука, начал порить крыль. Пацаны, как дела? А кто вместе с нами-то? А. Это, жопа вот в чём? Надо предохранителей искать в каком-то моменте. А это напрягает. У, дробовик. О, дробовичок, дайте мне. Он я мой, сука, иди нахуй. А я уже близко с ним. Я вообще-то тут стою, вот тут. На, блядь, Вован! Ну, у нас весело. Потому что мы. Нина зараженная, Нина зараженная, Нина зараженная. Я при чем тут заряженная? Чего? Давай, что ты меня проверишь? Да, давайте Нину проверим. Давайте Нину и Ханса, Нину и Ханса. Давайте Вову проверим. Давайте Вову. Мне просто отличный какой-то. Я гей. Так. Ты фу, какой-то противный. Понятно, они пока не могут понять. Давайте пиздим Нину. Давайте просто так возьмем. Давайте сейчас. Ханса, стреляйте быстрее. Ханс, не подходи ко мне. Ну да, у нас определенно веселая компания. Сука, чекер, найдете меня проверить. Давайте сейчас, смотрите, короче, все просто берем, подходим и убиваем Нину. Просто все. Вот так, помешайте невиновным искать предохранители. Хорошо. Но нам с вами надо... Вот сейчас просто находим его и убиваем его. Просто Нину находим кто? И убиваем. Нину. Я а кто Нина? Алло, кто Нина? Никита, что ли? Блять, да, я тут при чём? Да, найдите чекер и проверьте, я, блядь, уже вас убивала. Сука, Ханс, а ты бесит меня, блядь, понять, кипучий нахуй! Ты дурак! Не ходи, сука, за мной! Да, у нас определенно с вами веселая компания, конечно, но нам нужна кровь. Вот Нина. Чекер, блядь, найдите и нахуй проверяйте, что вы долбоёбы как все. Нам нужна кровь с вами. Пиздец, чекер сейчас будет. А мы дикие просто, мы дикие. Понимаешь, мы тут как бы с ума сошли. Блядь! Я вытащил, сука, пойдемте наверх. Да, сейчас наконец-то мы убили. Что, блядь, сейчас чекер найдете и, блядь, проверять? Нет, давайте без чекера просто ее убьем. Подожди, а, нет, кстати, давайте Вова, Ханса. Короче, Вова заражен. Давайте лучше Ханса и Алекса. Ханса и Алекса. Или блядь, Низу, чекер Ханса. Найдите, нахуй, проверяйте. Стой, тихо, нет, давайте не будем Нину, потому что она постоянно разговаривает. Ханс постоянно молчит. Давайте Ханса убьем. Как ты именно, блядь? Понятно. Давайте, а почему я могу пройти типа здесь? Так. Алло. Чё? Короче, мои предположения, короче, блядь, то, что это Ханс... Я иду искать чекер. Мои предположения, то, что это Ханс... Вы меня, блядь, вынудили, я пошел искать нахуй. Алекс и Лиза. Алло, ты чё? Ханс проверяем первым делом. Алло, я не заражённый, вы дебилы. Проверяем Ханса. Мы с вами теперь можем трансформиться. Пацаны, мы же все белые, короче, давайте так, смотрите, давайте чёрные, вдруг они... Давайте заткнёшься, и мы тебя проверим, или мы тебя прям сейчас убиваем. Окей, как вы меня проверите, можете сказать. Вы как меня проверите? Может, Вова заражённый, он, блядь, на всех ходит. Ну окей. Да. Пацаны, идите на другой этаж. А я что, не могу? О, все, понятно. Сука, никого не сливаем, пока чекер не найдем, вы ебанутые. Так, мы с вами одного благополучно, между прочим, слили. Слушай, кто-то открывал дверь. А, Нина, блядь, кто это? Никита, стой. Блядь, иди найди чекер и, блядь, проверяй. Давайте мы кровяку пока с вами попьем чуть-чуть. Я не боюсь. А, так, а как что проверить? Этот, ребят, у кого этот чекер есть?
Здесь уже кто-то повыпивал, все. А, ну понятно. Окей. Да у меня такие чувства, как будто ты. Ну, у них между собой еще споры, поэтому нам с вами, в принципе, неплохо. Они не могут между собой разобраться. Ты чё? Мне чувствую, что ты вот подозрительный, вот честно. Блядь, найди чекер и потом, блядь, говори, я подозрительный. Сука! Он по-любому монстром был, вот у меня ты прям такие чувства, что он по-любому монстром был. Айф, ты этот, давай этот, Тим, давай не будем, этот, давай вместе ходить, что-то вдруг этот монстр нападет. Не волнуйся, не волнуйся, не нападет. Айф, будем, Тим? Ну как бы мы все Тим. Стой, уйди. Айф, давай вместе держаться. Айф, давай вместе будем. Так, ну у нас ситуация с вами разворачивается очень интересным образом, потому что с нами хотят тимиться. У кого это? А мы еще и... Сука, куда ты бежал? Питаться кровью можем. Блядь, я тебя убью. Долбоёб. Предохранитель мы стянули. Ты дурак? Дурак? Здравствуйте. А кто вам разрешал оживать? Так, у них проблемы с предохранителями. У них прям проблемы. Предохранитель-то один мы с вами стянули. Погнали. Так, а где выход там? Вот тут выход. Так. Один сбежал, друзья. Один сбежал. Я не знаю, почему мы не смогли его укусить. На самом деле, мы вроде прям так близко к нему были. Но почему-то не повезло, не повезло. Нам с вами, к сожалению. Ну ладно. Так. Ну что ж. Попыточка номер два, и мы с вами невиновные. Разумеется, мы не могли с вами два раза попасть зараженными. Привет, пустой. Так. Они между собой активно разговаривают, ну и черт бы с ними. Давайте наблюдать. Нам нужна чертовская наблюдательность. Антидот. Давайте, короче, если вы эти зараженные, признавайтесь, я не буду. Так, мы с вами позабирали все. И антидот, и дробовик, и все шикарно. Все, зараженные тебя. Да блин, уже сколько раз я, когда я невиновна, всегда говорит, что я. Так. Еще фонарик сейчас подымем. Ну, почему как, нет? Ты меня сожрешь? Да. Окей. Чего? Тут вот есть кровь? Чел, который меня подставил. Я тебя подставил. Да. Ну да, я знаю. Кто-то я... кого-то подставил? Окей. Вот, пацаны, как я могу вам доказать, что я не виновен? Ай, я-то виновен. Ну я-то не виновен, потому что я в прошлый раз был зараженным. Угу. Этот, пустой может доказать. У меня камера и фонарик, если что. Так. Вот, давайте втроем держаться просто. Хотя, знаете, фиг знает. Мне кажется, кто из вас. Я тебе вообще не доверяю. Не доверяй мне как бы. В прошлый раз зараженным был. Я лучше скрю от вас. Ну что, не уходи. Так, нам надо найти предохранителя. Вот посмотришь после игры. И запихнуть. Шапки не нравятся. Так, предохранитель мы использовали. Где еще они? Нам их на... Тут выпитая кровь, тут кто-то пробежался. Я стою, проверял хоть. Давайте и здесь? Шапки. Как его там? Чанга. Что-то мне подсказывает, что вот этот вот челик, который сейчас там рядом с нами, он как раз и зараженный. Давайте искать перед ним. Погнали. Я первый иду, так. Берите. Тут второй.
Я, между прочим, уже три предохранителя нашел. А это они кто? Не это чешутся. Кто? Рэйчел, Рэйчел, Рэйчел. Все. Он сам хочет здесь. Мне вот интересно, смогут ли нас спасти? Это пустой, это пустой. Это пустой. Ну, походу, нет. Да, нас сами не спасут, потому что они втроем убежали, а антидот был, походу, только у нас. У меня трекер есть, слушайте меня. Да. Ну, у них ярость. О! Всех убили. Шикарно, друзья. Шикарно. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Всего хорошего.